какой 24-й, 24 августа. Привет. Так, 24 августа, поехали. Мы не знаем, куда родители хотели прокатиться, но за день они не придумали куда. Едем в сторону Сима. Так он быстро едет. Пытаемся догнать коллегу, он отца по работе, он ездит на китайском самокате до работы. Ну что-то как-то я 70 еду уже. Так смешно смотрится, если честно. Как бы помахать-то не сигналить, так он упадет еще. Там машина сзади. Так, а поедем мы, в общем, через Верхний Уфалей, Ново-Белокотай, да еще там как-то так. Проверим эту дороги, многие тоже там ездят или пытаются ездить. Там вроде как всегда дорога плохая была. Попробую снимать тоже в широкоформатном режиме, посмотрим, как лучше. Так, заехали в Вишнево-Горск, привет отсюда. Смысл-то какой дороги, то есть тут некоторые тоже объезжают М5, хотя, не знаю, смысла, наверное, нету, но только сократить типа путь 100 километров. Но с другой стороны, есть дорога на Златоуст-Миас, где сейчас она, в принципе, нормальная. И те же самые 100 километров там сокращаются. Единственное, здесь подальше выезжаешь. Выезжаешь не в Златоусте, а в Кропачево. И то есть тут, ну, тут, по идее, малому количеству людей, так кому прям необходимо здесь ехать. Это просто даже не представляю, потому что там из Перми кто-то, но они по асфальтированной дороге через Красного Финкса, по идее, поехать могут. Вообще, ладно, проедемся, посмотрим. Раньше она очень плохая была. Сейчас изменилось ли что или нет, увидим. Оп. Народ на работу, время 7 часов ровно нашего местного. Рудник, автобус. Новая дорога положена за Вишнево-Горском сразу. Дороги пару километров всего было. Перешли на старую. Дороги положили какими-то участками. Снова новая дорожка, без разметки даже. Да грибов ходу пособирать, у тебя дождей нет. Соответственно, грибов нет. Снова старенькая дорожка. Так, уезжаем трассу Косли-Верхний Уфалей. Навигатор говорит, поверните налево, мы поедем направо. Проверим, как дорожка до Верхнего Уфалея. А дальше у нас будет выбор, либо на Малый Уфалей ехать, либо... Ой. Либо на Нязепетровск. Дорога Нижний Уфалей. Ой, этот, фу, блин, Верхний Уфалей Косли в плохом состоянии. Прям в очень. Из года в год. Я даже помню, мы как-то на юг, или в Самару поехали. Тут выехали, уже диск почти погнули. Ударились. Ну да, она прям вся в дырах, в ямах. Сглазили. Новый участок какой-то тут появился. О, нормальная пошла. Долго ли? Так-то приличный участок они сделали уже. Километров, ну... А, ну 8 километров мы уже проехали. Она все ровная. Хорошая дорога. Даже забыл здесь когда-то, я в поворот входил на скорость.
потому что всегда в поворотах здесь были дыры большие. Прикольно. Так, заезжали. Заезжаем в Маук. Всем привет отсюда. Новая дорожка здесь закончилась, к сожалению. Посмотрим, как после будет населенного пункта. Решили, что поедем через Нижнюю Фалей. Немало через Нижний. Через Нязя Бестрёса. Что-то там дорога вроде как хуже. В том году. По воспоминаниям. Полицейский. О, чё-чё. Поверните налево. Что-то, видимо, в обратную сторону направляет. Как связь появилась, так сбрендила сразу резко. Будем поворачивать направо. Все развороты собрала. Церковь, пруд. Переезд. Ох, переезд сделали. Наконец тут переезд такой фиговый был, блин. Круто. Посмотрим дальше, новенькая дорожка или нет. Вроде нет. Но посмотрим. После Маука не сразу, но прям близко прям к Мауку. Снова ровная дорога, новая. Без разбитки даже еще. Круто. Да почему нормальная дорога? Старая дорога, но в принципе нормально, позволяет ехать 90-100. Сейчас все-таки ехали и ломали голову через Нязепетровский, хотели через Нижнюю Фалей. Так-то если логически рассуждать, Нязепетровский это, ну, более крупный какой-то там, что он, районный центр, наверное. То есть по идее, если дороги делали, то, наверное, к нему и от него. Нижнюю Фалей это как бы совсем не районный центр. Но почему-то решили через Нижнюю Фалей проехать. Так, ну, на данный момент, но пока еще до Верхнего Фалей не доехал. Видите, тут дорогу-то мы знаем и там, ну, или как бы навигатор нас приведет. По качеству пытаемся предсказать, где она лучше будет. Хотя раньше везде плохая была. В общем, решили через Нязепетровск поехать все-таки. Районный центр туда-сюда. Как навигатор, в общем, ведет. Хотя этот навигатор нас из Кыштыма так вел, что доверять ему, конечно, тоже стоит всегда. Так, всем привет из Верхнего Фалея. А главное, Нязепетровск, смотри, налево показывает. Там что-то, правда, щебенка какая-то. Не, поедем, как навигатор он все ведет. Что, отвал еще не переработали. Всем привет отсюда. А что-то где-то была табличка раньше. В том году въезжаешь, что это особая экономическая зона, что уже не особая стала. Медмаш Уфали, раньше стили 26 лет. Ух ты, новую дорогу даже здесь положили. Ничего себе. Все в дырках было. Цены на Лукойл 92, 43, 62, 95, 47, 80. Как у нас, в принципе, в городе. Центр Верхнего Фалея. Поднимаемся вверх, сейчас уходим на Нязепетровскую дорогу, до Нязепетровска. Посмотрим,
как дорога между Верхним Уфалеем и Нижнепетровском. Меня люди вот такие вот убивают вообще. То есть пешеходного перехода даже нету. Но он идет и не оборачивается даже. Он... То есть мне пофиг, едет там кто, не едет. Переедет меня, не переедет. Типа, либо тело у него железное настолько, там, чугунное, что его... Об него машина разобьется, что ли. Это вот что за логика вот этих людей? Понятно, что я приторможу, но может ехать человек и болтать с кем-то, и его не заметить, и просто снести, да и все. Да, тут само Вернёв-Аллея дорожечка-то не очень. Тут на выезде тоже. Да, все, выехали из Вернёв-Аллея, едем до Нижнепетровска. На выезде была дорога плохая, сейчас более-менее стала ровная пока что. Посмотрим, как в целом. В целом нормальная дорога, больше мест новых с новым асфальтом, чем со старым, поэтому пока едется нормально. До поворота 30 километров, я не знаю, это до Нижнепетровска или нет, скорее всего нет, Нижнепетровск чуть поближе. В общем, едем пока. А вы пишите, ребята, как вам широкоформатный все-таки режим? Для принятия решения на будущее, как снимать. Ну вот дорога ухудшилась, то есть она вот такая вот, с заплатками местами. Даже ямки есть. То есть вот как бы хорошо в машине. Ну вот, потом она заканчивается. Потом опять начинается. Так, ближе к верхнему, ой, к этому Нижнепетровску дорога испортилась. Притом сильно. Ну, похоже, сейчас снова, наверное, конь опять начнется. Или нет? Да, новый участок. Тут плохой участок, ну, километр примерно. Так, дорога так и плохая. Убавляй. Убавляй. Ты же видишь, что-то как-то непонятно. То участок очень плохой дороги, то участок очень хорошей дороги. В общем, так чередуется все. Сейчас вот выехали вообще на отличную дорогу. Довольно-таки быстро можно ехать. Странные участковые ремонты участками. Ага, Уфа. Навигатор написал. Указар. Кстати, я смотрю, она просто стоит. Хочешь купаться? Можно тут установить. Там дельфины даже плавают. А вон, смотри, база отдыха. Там люди отдыхают. С палатками тоже. Казар. Так, заехали мы в Нижнепетровск. А у нас сразу как-то ведет налево. Так, а что тогда? Налево ехать? Так, решили через Нижнепетровск проехать сам. Смотреть, какой-нибудь магазин есть вот. Работающий 8 утра. Заправка БНП. Фига тут бензин уже дороже. На 2 рубля аж.
магазинов нет. Все снизу, по ходу дела. Что-то у них тут одно только радио работает. Это радио России. А, нет, тут еще какое-то нашло. Работает он. Ну-ка, что? Будем голодать. Так, УСА 100 километров показано. Повернули налево. Прямо была Арти. Памятник Гагарину. АЗС завод. Так, ладно, едем на выезд. Едем на Ункурду. Что-то через Куксову повел, там еще больше километров получилось. Смысла нет. Что там еще есть? А булочки какие-то? Так, выехали из Верхнемфале. Ой, не из Петровска. Дорогу, похоже, здесь не делали. Она тут дырявая. Вон какие дыры. Там капец. Колесом летишь, еще и это. Крылом удачишься. А разрешено по этой дороге ехать 90? Населенный пункт Ураим. Сразу же после Нязепетровска. Посмотрим, этот участок хоть как-то делали, не делали в плане дороги. В том году еще ездили, дорога была очень плохая. Так, нам направо почему-то меня сворачивает, хотя Коту, вон Курда прямо. Так, поехали в итоге направо. Не через Ункурду и Котово. Ух ты, блин, дорога сразу все уже. Сейчас, наверное, и асфальт закончится, грунтовка будет только. В общем, пока как-то удивительно, но дорога хорошая относительно. Я, правда, этот участок совсем не помню. Мне казалось, уже за Нязепетровском начиналась сразу плохая дорога, при том грунтовка. Кончилась у нас асфальтированная дорога, пошла грунтовочка. Но если нет, она такая бы ровная везде была, то вообще нормально. Считаешь, 60 этим как бы даже не замечается скорость. Единственное, что, конечно, шумная. Посмотрим.
берега приехали. Там тачки ездят довольно-таки быстро. Ну что-то населенный пункт какой-то маленький. По-моему, мы здесь ни разу не ездили, да? Ездили? Там, где нет, грубо говоря, асфальтированной дороги. Край цивилизации, можно сказать. Есть пару цветных крыш. Тут даже вон, видишь, одна штучка, мозаика на цветной крыше.
электросамокатах? Вот тебе и деревня, блин. До сюда уже электросамокаты добрались. Прямо 10 километров. Прямо 10 километров. Нормально. Погнали. Интересно, просто поле или его вырубили в свое время? Блин, повсюду лес рубят. Приезжаем в Калиновку. Всем привет отсюда. Так интересно смотрится на поле все это. Необычно. А, так здесь он тоже. Обычно везде как бы они разбросаны, да, по-разному. Тут какими-то рядами частично стоят. Интересно. Новые технологии, видимо. Они еще укрытые вот эти. А, укрытый. Ну, то есть трактор их уже прошел с этой специальным оборудованием. А там вдалеке какие-то деревья желтые, прям желтые-желтые. Ну, так-то крыши новых нету, да, почти. Все старенькое. Чепоровка. Сюда? Хоть пруд посмотреть. Вон красота какая. Теплый-теплый воздух. 28 градусов, аж купаться захотелось. Мангальчик развести, шашлычка сделать, винца выпить, кайфу.